На пересечении улиц Павла Морозова и Богачева в автомобильной аварии погиб пенсионер. 78-летний мужчина управлял «Тойотой Корса» и направлялся в автосервис. К нему он, собственно, и сворачивал. Шофер двигался по Павла Морозова в сторону центра города и на нерегулируемом перекрестке собирался повернуть налево. Водитель «Рактиса» ехал навстречу и менять траекторию не собирался. 42-летний автолюбитель возвращался домой с супругой и ее сестрой. Этот участник событий говорил, что шофер «Корсы» просто не оставил ему шансов. Не пропустил меня, получается. Он начал резко поворачивать или как? Ну, 2-3 машины прошло, и он газанул, а тут я, и все получилось. А вы его видели? Ну, конечно, я тормозить, а куда? Вон, вот он. «Рактис» выбил «Корсу» за пределы главной дороги. Обе машины отлетели на «Ладу Гранту». Этот 66-летний хабаровчанин стоял у границы перекрестка, ожидая возможности выехать налево. ДТП зафиксировала камера, установленная на шинном магазине. Пенсионер подъезжает к перекрестку, притормаживает и пропускает иномарку. Обзор ему уже никто не закрывает. Словно перед ним никого нет, он начинает поворот и получает смертельный удар в водительскую дверь. Шофер «Корсы» умер на месте ДТП, не приходя в сознание, несмотря на продолжительные попытки реанимации в машине скорой помощи. Житель Сосновки ехал в СТО на машине своей дочери. С места происшествия Мария Дедова, Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.